It is a great honor and a great pleasure to be here at the inauguration of the NECA Collider. Это огромная честь для меня и огромное удовольствие быть сегодня здесь с вами на этом событии. This is my first visit to Dubna, and I must say I am very impressed by the laboratory, the past accomplishments, the present research, and even more so the future plans. Это мой первый визит в Дубну, и должен сказать, что я невероятно впечатлен лабораторией, открытиями, которые уже были сделаны, и текущими исследованиями. At the NECA facility at the collider that will be built right here, you are going to recreate conditions that haven't existed for 13.6 billion years. 14.6. 13. Коллайдер, который будет здесь построен, воспроизведет условия, которые были во Вселенной 13,6 миллиардов лет тому назад. So, you know, we are all made out of quarks. Мы все состоим из кварков. But our quarks are bound together inside protons and neutrons and nuclei. Но кварки связаны между собой внутри протонов и нейтронов, нуклонов так называемых. But out there in the field you're going to collide nuclei together and the quarks will come out. А вот здесь, в этом поле, будут сталкиваться между собой ядра, и кварки выйдут из этой связи. And for a brief instant, they will behave in ways that we think we might understand, but we have never yet measured. И они создадут такие условия, в такую кондицию, которую, как нам кажется, мы понимаем, но мы должны еще это понять. So it will be very exciting to explore, to probe, and to see how the quarks behave in these extreme conditions that haven't existed since the beginning of the universe. Это очень интересно понять, как в этих взаимодействиях, в каких условиях кварки будут, как будут себя вести в экстремальных условиях, в которых они находились в момент рождения нашей Вселенной. Such projects require enormous imagination, hard work, dedication. Этот проект требует очень много фантазии, воображения, понимания, исследования и тяжелой работы. They require the collaboration of scientists from around the world. Он требует сотрудничества ученых со всего мира. Characteristic of this international laboratory. Это характеризует эту международную лабораторию. And they require the support of governments. И мы ожидаем поддержку от правительства. And I applaud the Russian government for supporting this laboratory. И он обращается за поддержкой правительства Российской Федерации. And to end, I simply say удачи. Удачи. And поздравляю. Ну что, Виктор Анатольевич, по команде. Рукой махните. Начали. Берите.